Всем привет! Девчонки, где там? Принцесска, ты приветик скажешь? Да? Молодец, ой! Даже обнимашки будут. Умничка. А шоколадочка будет привет говорить? Нет. Не хочет. Ты будешь. Иди скажи. Ква-ква. Молодечек тоже. Здрасте. Всем здрасте. Так, пушочки. Линяет кто-то. Два яичка у вас, да? Что, девчатки, рассказывайте. Рассказывайте, показывайте. Так, так, так. Маранша. Так я и знала. Маранша, ты квочка. Вот. Можно в ухо здесь не кричать? Давай. Прошлый раз то же самое было, когда уходила. Значит, все. Заквочилась. И высиживаешь, да? И что с тобой делать? Как тебя от этого отвадить? Теперь. М? Маранша, балбеска. Петушку тебя отсадить на время, да? А то, что ты будешь все яйца тут греть. Конечно, они горячие уже. Чего-то все хотят найти такое. Тут нет ничего такого, девчата. Молодка такая разговорчивая стала. А ну скажи, как ты говорила только что. Ой, нифига себе. Ты, наверное, занесешься вот-вот, да? Чего убежала? Приветик. Так, делишки, поверолька. Иди, расскажи, иди. Нет? А так пойдешь? Даже дикая мирукашка будет? Нет. Дикая она то и дикая. На. Тоже дикая. Ломаниха. Ломаниха. Ломаниха нормальная вообще-то. Так и не видит нифига. Да что ты меня грызешь? Вон, ищи. Там кто летает. Утки. Я сегодня рискнула и даже вторую выпустила. Ломаниху. Я тебе доверяю, в общем. Не подведи. Да кушай. Расскажешь басни свои. Так классно носятся. Вы не улетели никуда. А тут такие хитренькие пробираются у нас тут, а? И что вы задумали? Куда путь держим? Такие они, как куры уже, вездесущие. Ну, хотя бы нагнать можно. Куры вообще по беспределу. Да? Вот вам нравятся всякие такие кучки, да? Бегуниху потерял. Ну,
зовет тебя. Нравится возвышенности всякие интересные им полазить. Сейчас я вас забыла выпустить, а вы так тихонько и молчите тут. Это на вас не похоже. У нас все в снегу. А тут еще несушечка. Да? Такая хорошая несушечка. Надеюсь, не клочка. Выходите. Подружка вот ваша. Сижу, в общем, я тут обедаю. И чувствую, что меня как-то пристально смотрят. А тут вот оно что. Утки. Вы как у себя дома. Вы что пришли сюда? И так тихонечко подкрались. Так, этот газончик поливаю чуть-чуть. Утки засекли. Вся делегация подтянулась. Утке вам что, нравится, да? Ох и утки. А если вот так? Нет? Не то? Ну ладно, идите. Идите, не хотите так? Мне, короче, нравится фонтанчик. Если бы вы дырки, то вы готовы за ведром идти? А ну-ка, давайте наоборот попробуем. Чтобы не вас гнать. О, Клюшек соображает. А ну-ка, пошли. Блин, не пирохтит. Пошли. Так, если ускориться. Давайте, утиная шеренга. Что так медленно? Ур-ур-ур-ур. В общем, не знаю, как так произошло. Но я не успела до темноты нифига сделать. Здрасте. Посмотрим, как вы тут хотя бы ночуете. Вот так вот, да? В рядочек. Красивенький. Ладно, спали уже, что? Так, 4 от 6. Неплохо. Так, а тут у нас что за движ? Тут не все спят. Я еще вам кашу делала. И кто ее будет есть на ночь? На ночь есть-то вредно. Ну, ладно, утром тогда. Амаранша бдит. Вот зараза. Забыла тебе отнести. Где вы спите? Что вы тут гуляете? На крыше, наверное, вот где насрано. Вот. Бормотки. Так. Сюда тоже заглянем. Здрасте. Так. А где беленький новенький? Так, тут кто? Чучундра здесь оказалась как-то. А где беленький? Там в конце, да? Прикольно тут у вас. Молодцы. А вот что молодки там не спят, непонятно. Мерзнут тут. А ну давайте. Вы же не умеете заходить в домик, что ли?
Как вас загнать? Хоп-хоп-хоп. Давайте в домик. Так, оп. Давай, приземляйся, учись. Это пришли, блин. Больная, что ли? Резать, что ли, собрались? Ненормальная. Вот беленькая все поняла уже, мне кажется. Это дура. Так, Маранша, давай яйца быстренько. Раз, два. И надо прижиматься так. 3, 4, 5. Вот. 6. Все. 6 штук. Конечно, теперь Маранша же не несется. Зараза такая. Все, поехали к петуху. Все, короче, пипец. Я все прощелкала. И теперь придется идти по темноте. Страшно. Еще и свет вырубили для большей страшности. Это я, конечно, не люблю шарашиться по дачным участкам ночью.